Всем привет! Ну что, сегодня поработаем. Стройка продолжается. Сегодня будем начинать делать террасу. Сейчас я буду выкладывать, ну, делать тумбы под каркас. Нам буквально на днях привезли лес. Из этого леса мы будем строить террасу. Здесь у нас получается материал идет на полы, на стойки, вот, на перила, ну и так по мелочевке немножко. Куб леса у нас стоит 18 500. Потому что я во многих местах ездил, это в принципе цена, короче, достигает нас до 21 тысячи за куб, поэтому самое такое оптимальное качество и цена была мною найдена в одном только месте. Вот. Лес такой довольно-таки хороший, свежий. Еще дымок идет. Сейчас вот здесь по периметру отобью высоту и начну выкладывать, ну, делать такие небольшие короба и заливать тумбы. Они потом высохнут. На них я кину стропила, лаги, как кому удобно называйте. Все потом кину, закрепим, обработаем специальным средством, чтобы не ел ни шаршель, ни влага, ни плесень и тому подобное. Вот. А потом уже, понятное дело, за полы возьмемся. Вот. Терраса, получается, будет как раз-таки вот вдоль. Чик-чик-чик. Так что сейчас поработаем. Я привез там отсева, немного леса. Досок сейчас буду колотить, немножко подкопаюсь. Получается, здесь довольно-таки высоко, а здесь, учитывая, грубо говоря, насколько доска идет, пятнашка, вот, 15, ну, буквально чуть-чуть надо будет вот так подлить, чтобы немножко на высоте было. Подъем такой, видите, хороший здесь. Так что вот так вот. Всем привет! Ой, что у нас этот салат? Сейчас козы начнут мякать, шмякать. Салат, он тогда... Ну, давайте песни попоем. Салат нужно быстрее съедать, иначе он пропадает быстро. Это такое дело. Вот. Начал уже пропадать, надо салат сделать. А мы идем за морковью. Потихоньку идем. Прям совсем потихоньку. Наша красавица морковь. Так, как раз мы сейчас и глянем, какая у нас морковочка в этом году. Не, не глянем. Ее, походу, выкапывать надо. А, минутку, ее просто нужно смочить. Сейчас, минутку. У нас, короче, сдохла одна курица. Вот из этих рыжих. Не знаю, что произошло, но теперь у нас осталось четверо. Но они какие-то сверху облезлые. Не знаю, мы их уже и глистуем. Чему только с ними не делаем. Но вот так вот. И они у нас, как Макс с Патриком, все роют, роют ямы. Видите, нарыли? Вот это вот все нарыли куры. Роют, роют. Не знаю, что произошло. Она была внутри, в домике, там, в углу прям. Как будто, знаете, испуг какой-то, как будто кто-то ее испугал, и она прям, и она сдохла. Так что вот такие дела.
А несутся они очень хорошо. Это кубанская рыжая. Хорошие куры. Прям нас так выручают. Молодцы, девчонки. Что-то вот, видите, три штуки какие-то. Они прям... И витамины даем. Пропаиваем постоянно. Ну вот как-то пока так. Будем наблюдать. Так, ту морковь я уже не достану. Посмотрим здесь, где нам можно будет. Ну, давайте вот здесь по этому краю, да? Попробуем смочить. Легче пойдет, мне кажется. Козы меня слышат и выносят нам двери. Калитки свои. Так, здесь что у нас пойдет? Так, сейчас и здесь тоже давайте смочим. Вот так. Намочим. Морковь. И попробуем вырвать. Там вон она осталась. И сидит такая хорошенькая. Так, вот это не будем трогать. А ее вообще, мне кажется, убрать надо. Не пойдет. Но... Погнали. Давай. О, что же я раньше так не сделала? О. Так, первая пошла. Что у нас тут они близко, да? Что-то тут вот. Вторая. Вот такие у нас на сегодняшний день. На сегодняшний такая вот морковь. Так, дальше. Вот она, красавица. Вот она. Опа. Вот она. Пойдет? Пойдет. Теперь буду всегда так смачивать. Лишь бы не забыть. Ну, а ты что там у нас застряла? Так, ну посмотрите. В принципе, ровненькая, хорошенькая морковь. Еще не доросла немного. Еще ей расти и расти. Но я скажу, где моя рука. Вот она, моя рука. Вот. Хорошая, отличная морковь. Я рада. Друг чудесный. А я все в огороде ходила. У меня вот такая вот тяпка. Пойду там кое-что надо будет повыдергивать. И... Ой, косы слышат. И у меня спрашивают по поводу...
Он меня спрашивает по поводу петуни, сами мы выращивали? Нет. Большинство, да, большинство сами. И несколько там я вообще там совсем чуточку я купила. Купила, и их и то так, ну, не очень как-то они у меня принялись. Может, что поздно было. Вот. А так сами, да. Сама и мама выращивает тоже сама. Опа. Так что... Их трудно, да. Я, кстати, тоже, я это заметила. Петуньки. Кто там против моего маникюра? Он иногда это даже полезен. Даже полезен иногда. Прям я в нем нуждаюсь иногда. Когда граблей не хватает. Вот. Так что я сегодня на огороде. Сижу. Рушан у мамы работает. Я не знаю, что-нибудь, может, поснимает. Я попросила. Так он не любитель снимать. Ай, боже мой, что ж ты не выходишь? Ой. Перчатки просто, понимаете? Начинаешь ковыряться. Я взяла вот это. Полила. Теперь мне вытащить надо. Перчатки просто быстро как там убиваются. Вот. О, все. Достигла своей цели. Так что пойду руки мыть. Все, достигла своей цели. Вот такой вот. Смочила, но ничего страшного. Я сейчас, знаете, дотащу до колонки. Все это помою. А вот это вот уже... А я сейчас здесь, наверное, листики уберу. Ой, ботву уберу. Посмотрите, какая ботва. Видали такую ботву? Здоровенную. Так, у нас у коз. Мне сейчас напишут, отдай козам. Ой, надо сейчас вам... Так, держи. Держите. По чуть-чуть каждый. Воссоединились, да, на сегодняшний день. У нас, получается, у коз есть. Есть все, они не голодные. Они просто кричат, чтобы их выпустили. Жарко, жарко, да, жарко. Водичка есть, ракушка есть, корм есть. Все есть, давайте, не хотят есть. Либо морковь. Я не знаю, морковь едят куры. Вы не любите? Эй! Петь, тебе тоже жарко? Очень жарко, да? У нас Кристинка оставалась на хозяйстве. Как-то мы уезжали на работу. На целый день у нас это получилось. Там у нас товар, не товар, все такое. И она накопала домашние картошки. Сейчас буду готовить. Посмотрите. Сейчас мы всех напоим. Ой-ой-ой. Так, для начала первое, что я вот эти три залью. Здесь, получается, будет квадратная колонна. Ну, тумба. Здесь квадратная тумба. Сюда будет труба 120-я вставляться. И сверху будет заливаться в трубу саму. Такая канализационная труба. Вот, сейчас это залью, потом эту часть буду заливать. Один к трем. Чтобы было помощнее.
жарко. Не то, что даже жарко, душно, очень сильно душно прям. Жарко, да, вам? Ой, как жарко. Вот красивая семейка. Курочки на яйцах сидят еще. Ну, правильно, прям вот. Где же еще пройти? Петь, ты такой статный у нас. Ты такой у нас красавец. Очень красивый петух. Очень такой прям. Ой, ну тоже видите, как дышит. Жарко. Сейчас я тебе еще вам добавлю холодненькой водички. Всем жарко. Видите? Все клювики пооткрывали. Жарко. Видите, как крылья расставили. Вы мои бедолашки. Всем жарко. Я тоже сижу вся мокрая в огороде. Ты мой зайчик. Как жарко прям, скажи, кричать готов. Или ты хочешь покукарекать, а не можешь? Не можешь. Как же тебе помочь? Идите, зайдите в домик. Гремит. Гремит. Вот первая тумба уже почти готова. Сейчас все утрамбуем. Всем животным жарко. Сейчас такое испарение идет перед дождем. У нас на сегодня обещают дождь. Поэтому такое прям 32 где-то. Потом прошел днем дождь. И вот сейчас вот это вот испарение. И, конечно, животным. Вот в первую очередь думаешь, естественно, о животных. Нэнси там вообще прибалдела, я смотрю. Кверху пузом лежит. В первую очередь думаешь о животных, им жарко. Вот. Все, моркови набрала. Буду мыть, хочу ее на терочке натереть. Немножко добавить сахар. Я вот люблю так. Морковь нужно есть, особенно домашнюю, свою, любимую. Похвастаюсь немного помидорками, пока зелеными. Вот так вот у нас все усыпано. Ой, боже, козы меня слышат. Ну ладно, сейчас быстренько и убежим с вами. Вот так вот все усыпано, там все усыпано. Я не знаю, может быть, для кого-то это не усыпано, но вот посмотрите, какой богатый куст. Сейчас я отойду. Минуточку. Он здесь, видите, и сверху там, и по бокам. Вот здесь посмотрите. Вот, гляньте, сколько здесь помидор. Вот такой куст. Хороший. Очень хороший кустик. А по поводу тли и огурцов, ну, что сказать. Боремся, боремся. Все, что вы мне советуете, я все пробую. Не все показываю. Сейчас опять будем работать. Будем бороться с тлей. Ну, вроде бы, пока более-менее. Но посмотрим, видите, жарко. Жарко, бедняжки.
Гляньте, какой урожай у нас. Ох, ой-ой. Вот такой вот у нас урожай. Там он полно. Висит. Тележку взяла, пригнала туда, в огород. Сейчас мы пойдем бороться с амброзией. Так что у нас ее очень много на огороде. В путь дорожку сейчас немножко козявочек покажу. И на огород. До-до. Пока не уберу. Ну, где вот Тём? Вон они. О чем мы кричим, а? Кто сегодня гулял? Пока солнышка не было, кто гулял? Чё кричим? М? Да я тебя поглажу. Девочка кричит. А ты меня не кусай, я ж тебя просто хочу погладить, а ты сразу кусаться. Ты зачем кусаешься? Козя, козя, козя. Ой, и вторая лезет. Куда лезешь? Вон она лезет. Лезет. Ой. Девочка, на. Тебе поближе. Ой, ты такая козя. Кушаем. Гуляли сегодня, да. Бегали, гуляли, и здесь гуляли, и на выпас ходили. Везде, скажи, мы успеваем. Здесь не достаешь, что ли? На. Вот, глянь. Держи. А это сейчас вот он вылезет. О, так и знала. Они там, видите, вон проходят. И скажи, а вот она и я такая девочка, и я. Красавица наша. Красавица. И ты красавица, Веснушечка, и ты красавица. Ой, так. Хорошие девчонки такие, сестренки. Ну, обжорки. Вот, вот она я, вот она я. Тебе неудобно? Ну что ж ты так неудобно залезла? Лежа ешь. Развалилась там и лежит. Лежа, вон она лежит. О, взяла немножко, да, и... Да, вот правильно, вот так. Там прям лежи и ешь. Мухи кусаются. Кстати, у нас мухи кусаются. Кусучие, зараза. Что, девчонки, я пошла на огород. Вас закрываю, мне нужно амброзию убирать. Работы много. Все, пошла я. Ладно, всем хорошего настроения, я на огород. Увидимся позже, когда пойду готовить ужин. Как не вовремя. Пошел дождь. Потом. Так, мне сейчас тогда придется домой ехать. Если что-то надо помочь. Загнать, не загнать. Короче, полетел я. Сейчас все эти три, потом вот эти три сделаю и по центру одно, и все. Готовлю картошку по заказу мужа. Любит он у меня картошку. В любом виде, хоть каждый день, есть картошку. Это молоденькая картошечка уже наша, своя домашняя. Вот такая вот картошка. А кто идет? А, я иду.
Слушай, за цыплятами приеду через 2 часа. Но я... позвонила? Они сами позвонили, говорит. Я, мы уже, говорит, не можем ждать, когда цыплята будут готовы. Я говорю, ну можете приезжать. Она говорит, в течение 2 часов. Но я сказала, позвоните предварительно за 20 минут, вы будете подъезжать. Они с Ленинградска будут ехать. Так что приедут у нас. Дождик пошел. Опять дождь гремело, гремело. Ну вот. Ну там вроде этот... полегче стало. Да? А здесь, видимо, только дошло. Давай, все, пойдем это, переодевайся, пойдем обедать. Так, у нас здесь салат. Сезон капусты и огурцов продолжается. У нас здесь салат. Зеленушка, огурцы, капуста. У нас здесь огурчики и картошечка. Хотела укропчик, я-то люблю укроп. Рушан говорит, можно и без укропа. Ну ладно. А то я свой, как говорится, укроп везде толкаю. Все, наверное, хватит, буду выключать. А еще будем пробовать наше сало. Наше сальцо. С дымком. Угу. Как оно пахнет, а? Вот такой у нас сегодня будет обед. Сейчас еще достанем свой домашний. У нас на столе сегодня все домашнее. Кроме... Блин, хлеб подвел. Хлеб подвел! Надо хлеб свой ставить. Все никак. Сейчас пока у нас погода такая, без солнца, солнца нету. Я пойду на огород, поэтому тоже будет не до хлеба. Никак. Не хочет открываться, да? Не люблю эти большие крышки, блин. Кстати, я что заметила, да, могу сказать смело, что вот такие банки для сока томатного нам много. Это много. Да, мы не выпиваем. Сока. Надо поменьше все-таки делать баночки для томатного сока, которые будем пить. 1,5 литра максимум. Угу. Это большие нам, мы не допиваем. Вот мы сейчас по стакану выпьем, но потом еще кто-то из нас стакан выпьет, остальное все лежит. Ну, я потом куда-то добавляю, конечно, начинаю подстраиваться, что-то готовить, куда можно добавить томатный сок. Но все же. Так что всем приятного аппетита. Кто ест, мы сейчас перекусим и дальше за работу. Ну как, класс? Класс. Так, я здесь навожу порядки, и к нам приехали, цыплят будут забирать. Обработала перец, здесь у нас получается нет одного, кто-то его перекусил, и вот здесь, ну в общем 4, потому что я по 2. Высаживаю сюда. О, пропустила. Пропустила красоту такую. Так. Сейчас я перешла на баклажаны. Баклажаны обрабатываю, которые вроде бы еще осталось чуть-чуть. Ну что, рассказывай. Все, 10. 10 цыплят? Забрали по 100 рублей, да? Маленькие. И получается у нас этой курицы, которая здесь ходит, осталось 3? Осталось 3. Один кукушонок и 2 дикарей. Угу. Вот. И... А там вообще ни одного не осталось. Да, я думаю, надо это... Ну, вечером я попробую, может быть, одного отсюда возьму. Если она сейчас не будет пускать, ей подставлю его. Чтобы она не заболела. Да. Чтобы что-нибудь там, я не знаю, как это происходит. Мало ли, вдруг, если всех забираешь сразу. Ну, у нас еще сидят полно. Куры сидят на яйцах. Да, у нас еще налупят. Ну, это сказали, когда если еще налупятся, это набрать. Да? Потому что белых тоже хочется. Они посмотрели, как просто обалдеть.
красивые люди. Красивые, в этих в штанишках бегают такие. Не, я говорю про взрослых, когда увидели. А, больших увидели, ну. А то здесь стоят на цыплят, смотрят. Я говорю, Рушан, иди хотя бы больших покажи, какие они на самом деле-то большие. И она такая, вау, какой петух красивый. Да, и правда, петух очень красивый. Прям такой статный, он еще как выпрямится, да, такой красавец. Тоже недавно переехали, даже года нету. А, переехали? Переехали, да, из города. Из города переехали? Угу. Куда-то, Краснодара. Куда-то Ленинградский район, да, не Ленинградская. Хутор Звезда? Звезда там, поселок Звезда. А эти поют песни, услышали там, а еще выпустили их. Всю женщину прыгают они, бедную испачкали. Так что, вот так вот. Ну, поздравьте нас с продажей. Ну, мы так и планировали продать цыплят. Нам столько не надо. Мы вот и планируем продавать. Говорят, у нас есть простые курицы. Куда, говорит, яйца делать не ставят. А, да? Ну, эти тоже неплохо несутся. Эти тоже хорошо. Что такое? Промокло. Промокло, да. Потемнело. Угу.